Привет, привет, все мои хорошие. Сегодня у нас рубрика «Муж на кухне». Давно не было. Что готовит муж? Муж готовит котлеты, жарит лук и будет еще помидорки жарить. Вот такой у нас сегодня ужин. Детки уснули, представляете, 8 часов вечера, они уже уснули. Не знаю, ну, вряд ли проспят до утра, но просто они уже очень-очень хотели спать, поэтому мучить их было нельзя. Попили смесь и сразу заснули. Нет, чай? Чаем? Ну, сейчас он еще новый чай заварит. Живем. Просто прелестно. Приготовил все, сложил. Посмотрите, как аккуратно. Все помыл. Молодец. Правда, кушать мы будем по отдельности. Сперва я поем, потом он, потому что оба ребенка проснулись. Ровно полчаса они поспали. И сейчас играют там. И, по-моему, играют. Я их оставила играющими. Сейчас посмотрим. Ну, вроде да. Да. Да, играет. Пока они играют, я быстро поем, потом папа быстро поест. Все быстро-быстро делается у нас теперь. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье, и по традиции в Турции это семейный день. Я как никогда забыла очки. Мы приехали в Урлу. Я здесь снимала раньше. Урла — это небольшой поселок, наверное, да? Снимала, бывали мы здесь, решили позавтракать, но у нас уже, можно сказать, обеденное время, пока мы добирались, пока детей собрали. Вот, сейчас покажу вам немножко. Погода, как вы видите, очень теплая, солнечная, ну, у моря, правда, немножко есть ветерок, но он не холодный. Это домики, дачи, это заведение. Красота. Вот здесь вот, вот море сразу. Сейчас будем думать, где позавтракать, так как у нас детки. С детками не везде получается. Чайки. Здесь, конечно, классно, но с детьми как здесь посидишь, это практически нереально. Да и занято. Красота. Так, с нашей детки, с папой там впереди в коляске. Посмотрим, здесь есть место или нет. По-моему, нет. Здесь не то, что у моря, здесь вот здесь даже столики забиты. Только вот я вижу, но здесь сидеть не хочет. Так все забито. Ждем очереди, пока освободится очередной стол. Здесь столько народу ждет в очереди. Уже где-то почти пол первого. Если мы к часу сядем завтракать, это будет хорошо. Асланчик топает, с папой гуляет. Нам внутри в кафе, видите, собака. Там и кошки, и собаки. Все гуляют, и никто не фукает, не бегает. Это нормально. Солнце светит. Ждем, ждем. Я надеюсь, когда очередь дойдет, наше место освободится прямо у моря. Тут. А то сидеть ждать ради того, чтобы где-то там за обычный столик сесть, это не хочется. Ко всем идет мой сын, ко всем. Зефрашка? Зефра, ты пойдешь туда к папе? Пойдешь к папе? Что ты там увидела?
Итак, принесли нам завтрак, выглядит очень красиво, все красиво подали, мне нравится, красочно очень, но выбрать особо ничего, там бюреки, гёзлеме, чудушки, такие вещи на выбор нет здесь. Единственное, вы можете яичницу выбрать, можете с мясом выбрать каурма, можете с сосиской, можете с колбасой, можете простым. Я себе и детям простые, простой омлет выбрала, муж что-то выбрал, не знаю. Мильмеро. Салатолки, да, патижан. Варенье. Варенье, то ли из огурца, по-моему, из огурца. Варенье, два вида варенья. И китана чищица, да, джива, речель. Это каймак с медом. Бу не аджаба бен бильмиром. Терея олабилир. А, да, масло, масло. Йок, пейнир. Терея да йок. Терея иште. Каймак нерде о заман? Бу каймак. Масла обычного сливочного нет. Два вида оливок. Это творог с чем-то. Бу не. Бу. Йогурт. Йогурт. Все обычное, классическое, знаете, особо разновидности нет, просто подача такая красивая, красочная. Дети сидят со своими булочками, мы перед выходом из дома поели кашку обязательно, конечно же, с голодными детьми выходить опасно, но вместе с нами они все равно поедят. Просто тихо буду снимать, как они себя ведут, если вам, конечно, интересно. Аслан, потанцуем? Джера, тю-тю-тю-рю. Мама, снимай, сходит. Молодец, Дихрашка. Умничка. А что, у нас бантик спадает? Давай, сними его, сними, давай, давай. Вот так, вот. Давай, мама, сними. Вот, какая ты у меня красивая. Аслан, что там у тебя? О, папа кормит. Розовый слон. Мы позавтракали. Наверное, сейчас из-за шума ветра вам меня не будет слышно, но хотя бы видно что-нибудь. Красота. Дети вели себя очень хорошо, очень спокойно, не капризничали, ели. В конце подали арбуз, ну и сняли, по-моему, мы ели арбуз, все было очень хорошо. Место, где мы сидели, называлось Денизалты. Прохладно, ветер прохладный дует. Хорошо, что детки у меня одеты. Итак, мои хорошие, после Урлы мы приехали в торговый центр Агора. Зачем? Мы здесь были буквально недавно. Затем, что моим детям подарили спортивные костюмы от марки Фенербахче. Фенербахче – это турецкая футбольная команда. И они не по размеру, естественно, и мы пришли поменять. Погода все так же классная, посмотрите на это. Какая красота. Так, поснимаю. Ребята шутят. Какая вода чистейшая. Очень чистая вода. Так, наш папка с детьми уже, наверное, там внутри. Покупки, наверное, делать мы не будем сегодня. Ну, наверное, это тоже неизвестно, потому что женщины мы такие. Сперва думаем, что не будем покупать, а потом все начинаем покупать и покупать. Пришли в магазин. Так,
Что я взяла-то? А, вот такие костюмчики выбрала. Вот такие костюмчики выбрала детям. В прошлый раз мы брали им... Здесь даже нету то, что мы им брали. Комбинезончики для сна. Ну, папа прям обожает это. Бунар сонра. Бунар бюк. Бабу тарик тенадзе санада. А я для самых маленьких. Для самых маленьких. 105 лир. Это тоськи, это тоськи. Золотенький тоже есть. Вот это тоськи. Чего только нету. А для новорожденных наборчики. Кепочки тебе еще большие, солнышко. Чуть-чуть подрастешь. Принцесса тоже проснулась наша. Смотри, сколько всего здесь интересного, ты только подрасти, и все мы тебе купим. Вот. Это кто? Кто это? Тетушка маленькая. Кто? Мамин тетушек? Пойдем? Мы пойдем. Давай, выключаем камеру. Не можешь открыть, да? После всей прогулки пришли к бабуле. Так хотели спать, они сделала смесь, им все. Вроде засыпали, и в один момент оба вскочили и начали играть. Сейчас бабуля забрала Асланчика, пошли в ближайший магазин за зеленью. Будем сегодня вечером кушать рыбку. Но сами жарить, готовить не будем. Здесь, знаете, можно там же, где продается рыба, заказать, чтобы ее вам приготовили. Вот мы будем так заказывать. Что ты ищешь? Вон они, твои салфетки, вон. Что не так? А что ты такое лицо делаешь? Что ты такое? Ты что такое лицо делаешь, недовольное? Недовольное, недовольное. Ну все, да. Зехран в своем репертуаре. Выбросила и наблюдает. Правильно приземлилась или нет? Мои хорошие, это я у свекрови. Она показывает, как готовят, как она приготовила, точнее, суп тархана. Да, именно суп. Вот эту кашицу, массу будут сушить. Круто Джексон из Демиан? После сушки через блендере измельчат. И вот это вот порошок, который получается, из этого порошка варят суп. Ичинде не варен, да? Нут, фасуле. Ага. Ondan sonra sarımsak. Нут, нохут, фасоль, чеснок. Ondan sonra maydanoz. Петрушка. Дерот, нане. Мята, этот, как же, укроп. Сован. Лук репчатый. Йогурт. Йогурт. Йогурт, это типа нашего кефира. Томатес. Помидор. И красный аджиме? Аджистесан, аджиапарсан. И красный перец, если хотите острый, если хотите сладкий. Она сладкий делала. Вот, и вот это веун. И мука. А ты как это? Дочь пробовать, она дает, дочь не берет такие вещи. И вот это вот. Она забродила. Качкин были дурду? Были. Неделю вот так стояла она у нее. Забродила, сейчас ее будут сушить. И потом через блендер. Ну, я не знаю, что сказать. Я пробовала эти супы, но у всех, видимо, свой разный рецепт. Мне не нравился. Посмотрим, ее суп понравится или нет. Закрываю. А тут Зихрашка все выхватывает. Выхватывает. Вот она, деловая моя принцесска. Ты деловая, да, Зихра? Еще какая деловая. Принесли нашу рыбку. Сегодня мы свекровь, я и свекр. Ну и детки, конечно. И большие рыбы. Это чупра, дымя? Чупра. И
А детям вот это вот без косточек готовое филе. А, Атлантик, ты пришел? Да, маменя.